короче, победим Маркуса, чтобы выбраться из цикла. Безумно, ребят, он очень сложный, я не знаю, сможем ли мы его победить или нет. Но давайте стараться, ребятки. О, ох, что с ним? Он глючит. Ничего себе, он глюк какой. Вот это пипец какой-то. Так, прогони гимнастов, собирающих теневую энергию из расщелин, прокинь в теневой форме. Легко. Ладно, попробуем, ребят. Прогнать надо гимнастов, да? Значит, династия на нас напала. Ох ты, авантюрист. Ладно, давай, на, получай, авантюрист. Вот так-то. Давай еще. Ты чего-то разошелся, а? На, получи. Отлично. Ох ты, я теневую энергию не могу применять, ребят. Это плохо, но... Ну и да ладно. Я думаю, что мы выиграем все равно. Так, давай сразу с разворота, да? Теперь... Ой, тут... Получай вот так, да? Кидаю тебя и на еще. Все! Это перфект? Нет, это не перфект. По-моему, она нас ударила. Или он? Непонятно, кто это. Да, она. Все-таки это девушка была. Так, отлично, награда есть, кимоно инициация, опять какая-то куртофанка слабенькая, не знаю, ладно. Ух ты, маска мстителя, новый предмет, ну она слабая, ребят. Так, что ж, глава третья. Маркус, завтра состоится решающая битва, мы нападем на купол и покончим с вестниками и сферы раз и навсегда. Иту надо идти, надо найти выход из цикла, Боло все эксперименты ставил на самом себе. Так, погибли два его клона, надо идти на эхо. Напиваешь песенку, а когда слышишь свое эхо, то ловишь двойника, чтобы воспользоваться его реальностью и вырваться. Джун, начинай рассказывать или петь, или читай стишок, и прислушивайся, тот солдат уже опять идет к нам, все повторяется. Так, вниз по гличу, сюжет, отбейся от пуриста. Опять пурист? Пурист этот, надоел, я же его уже побеждал. Ох, пурист, да, опять он. Мы же его уже побеждали, ребятки, а? Да ты... Ох, ты ж гад, а! А ну-ка, получай! Пурист, да? Посмотри, давай, мочи его, тень! Мочи! Давай, ох, нет! Да, ладно. Вроде бы... Ничего сложного! Не иди сюда! Еще, давай! На, получи! Да, нет! Турист, надоел! Да, получи! Ох, это больно! Это, говорю, больно, на! Давай! Есть, отлично! Ух! Так, было сложно, но мы справились, ребят, нормально! Так, следующий бой, второй уже, да? Да, второй! Ух, я уже думал, что мы проигрывали, но нет, мы не проигрывали ни разу. На, критический удар в голову, на! Вот так, да ты посмотри. Ах, ногами плохо. Ох, критический удар в голову, вставай быстрее тут. Так, ладно. На! Давай, бросай, я должен был бросить. Чё за дела такие? На, получай, турист. То, что посмотри, турист, а, он крутой, а, ребят. На, получай! Вот так! Давай! Следующую! Вот, отлично! Получи! Вот так-то, туристик! И бам! На, есть! Хорошо, замочили его! Ух! Замочили туриста, замочили его! Отлично! Так, дальше что? Турист. Так, да, до 9 уровня нам еще 2 боя, мне кажется. Как минимум, ребят. Так, изящная ногина так качается немножко, но это плохо. Это все плохо, дайте нормальный. Ах, почему не прокачивают? Так, ладно. Я не знаю, но приходит только считалочка, которую мне Гален в детстве рассказывал. А, рассказал, как же там 3 стрелы пустили с позаранку, 3 лучников в одежках наизнанку. Вот, тихо, слушайте, будто голос Джун повторяется сам себе. Приготовьтесь, сейчас на миг появится вторая Джун. Что? Что? Что в этой игре происходит? Затерянный скаут. Опаля, а вот и я. Что-то не похож он на моего двойника. Я первый скаут, привезший легион к заветной цели. И вы покусились на мой идеальный мир. Так что пощады не ждите.
Сложно. Выбей из скаута способ спастись. Давайте попробуем, ребят. Так, раунд первый. Ух ты, затерянный скаут. Ох, ничего себе! Ну-ка на, получи по шарам. Посмотри на него, а. На. Вот так. Давай, брат. Ох, это больно. Это больно. На, получай скаут. На. Давай, мочи его. Мочи его, тень. Мочи. Ох, это больно, опять же говорю, а. Да что ж такое-то? Давай. На, получи. Ой. Да, нет, есть, отлично. Ах, все. Победили. Отлично, так, затерянный скаут. Все-таки пал от нашей глифы, ребятки. Ну, мы молодцы с вами. Раунд второй. Музычка такая прикольненькая. Так, с разворота опять же. На. Давай, бросай его. Ой, да что такое, ты посмотри. На. Критический удар. Ох, это он мне нанес. Ты оборзел, что ли, скаутик? Да ты посмотри на него, дай встать мне. Да на, получи по шарам. Получи, говорю. Оп, да получай. Получи. Вот так-то, надоел. Мешок с костями. Отлично, замочили скаута. Так, затерянный скаут. Ух ты, ладно, следующий, я уже даже боюсь представить, там, по-моему, босс будет, ребят. Хотя это не точно. Так, награды, остальные сай обычный, маска мстителя и этот колпак какой-то. Так, невозможный! И тут, то есть, ты из нашего времени, но тогда весельчак. Твоя история закончится, если не скажешь, как нам попасть обратно. А, сдаюсь, Маркус сам держит всю эту аномалию на одной силе воли. Так, победишь его осознанную копию, он придет в себя. Никто же не додумается, что источник аномалии помещен в того, кто из этой аномалии хочет выбраться больше всего. Ох, так это аномалия в Маркусе, ребятки, ну ничего себе. Так, ладно, что же нам делать, а? Давайте начнем открытие, во-первых, кейсов. Я думаю, что можно даже их попробовать пооткрывать за 12-то, не сильно дорого. Но там обычные сундуки и ничего такого крутого тут нету, ребят. Что вот обидно. Критическая масса. Так, у меня, кстати, критическая масса, это для чего она нужна? А, редкий, да, на доспех, ясно, понятно. Так, следующий кейсик открываем. Эй, открываем, говорю. Да. Так, обычный, так. Ну тут, короче, все, тут ничего такого не будет, наверное. Застрённая катана. Ух ты, денег, смотрю, неплохо нам дали. Ладно, и еще один кейсик открываем. Открываем, да. Открыть сейчас. Так, костюм пепельный. Да, все слабенькое, ребят. 155 монет. Слабо. Ну, смотри, просто гвардейте, его невозможно, ребят. Давайте в дуэли поучаствуем. Может быть, все-таки выпадет какой-нибудь крутой костюмчик, хотел сказать. Не костюмчик, а... Крутая. Так, Посейдон, 1614 у него кубков. Вот это да. Так, и у него саи эти, а. Посмотри, на, держи, Посейдончик, на. Давай еще раз, может быть, перфект будет. Да! Отлично. Фух, Посейдон 27. Перфект, ребятки, перфект. Ну, глифа это оно покруче, чем эти саи. Потому что эти саи какие-то медленные, вроде бы они... Маленькие должны были, сразу мочить, а они что-то как-то слабо бьют вообще, непонятно. Да отстань ты от меня, Посейдон! Посмотри на него, а! Да ладно! Вот так-то тебе, вот, все, отлично, вырубили его. А, это легко было, это было легко. Пожалуйста, я хочу легендарный какой-нибудь сундучок, ну же! Ох ты, новый дан, 5-й! Редкий сундук, отлично! И 5-й дан у нас, ребят. Так, потрясающе, хотите отпраздновать получение нового дана? Специально для вас в магазине доступно особое предложение. Ну-ка, что за... Так, 26500. Ох, ничего себе! Слушайте, можно попробовать, кстати! Давайте я, наверное, приобрету. И круто, 26000. Да, покупаем. Отлично, купил, ребят, 500 рубинов, 26000 монет. Так, продолжить.
А где? А, вот, и легендарный, смотри, мне дали этот штуковину, эту легендарную. Давайте откроем ее. Зубья тьми, эпические саи. Прокачались. Ах, саи эти, ладно. Протектор разума! Новый предмет, легендарный шлем. Усиление. Так, новая способность, эпический перк для шлема. Пурпурный резак, эпическая. Йода катана. Ох ты, легендарный испарение, новая способность. Конечно, в экипировочку, ребят. Так, первым делом надеваем протектор разума. И смотрим. Испарение, легендарный перк. Урон растет в зависимости от количества теневой энергии противника. Максимальное значение урона 30%. Круто. Так, первая теневая способность после входа в теневую форму наносит на 30% больше урона. Надеваем. Вот это крутая вещь. Так, что дальше? А, так, тут, по-моему, что-то еще есть, нет? А, во, критическая масса. Плюс шанс критического удара при каждом нанесении не блока удара. Давайте возьмем ее. Так, здесь у нас что прокачалось? Ага, зубья тьмы саи прокачались, смотри. Смотри, так, это 889. А так, йода катана или йоду катан или саи все-таки взять. Они медленные, ребят. Ну что делать, я даже не знаю. Так, а это что такое? Двойное лезвие. Точно, сдаем урона критический удар. Ладно, давайте саи возьмем, ребят. Они просто как бы крутые сейчас. Так, безумно. Так, еще я думаю открыть, наверное, сундучок за 32. Давайте откроем. Так, редкий сундук. Ух ты, стальные когти, новый предмет. Изящная нагината прокачалась. Дальше что? Эх, канонический шлем. И 1000 монет мне дали. Вот это классно. Бонусную карту, ладно, не будем смотреть. Ну что ж, давайте попробуем победить. Итл Бола знал, что никто из пуристов никогда бы не пошел против своего любимого лидера. Значит, должны сделать мы. Маркус, вестник, если не хочешь сражаться на моей стороне. Так, если не хочешь сражаться на моей стороне, потому что я пощадил тебя, то лучше беги. Короче, победим Маркуса, чтобы выбраться из цикла. Безумно, ребят, он очень сложный, я не знаю, сможем ли мы его победить или нет. Но давайте стараться, ребятки. О, ох, что с ним? Он глючит? Ничего себе, он глюк какой-то. Вот это пипец какой-то. Да подожди ты, я ему еще удара даже нанести не могу. Давай. На, есть, отлично. На, есть, отлично. Так, давай. Кромсай ты его. Ну. Нет. Как он увернулся от моего удара? Давай, иди сюда. Что со мной? Оживи. Есть. Отлично, ты посмотри, сколько у меня хпшечки осталось-то. Грейт. Смогли. Фу, хотя бы в одном раунде мы его смогли победить, ребят. Но эти саи, они просто, ну не знаю, они не очень, мне не нравятся, бесят они меня. Давай. Да бей же ты, бей. Да бей, говорю. Бей, да бей, ножи. Да, есть. Да, есть, бейби, бей. Бей! Нет! Что ж такое? На! Есть! Отлично! 2-0! Хорошо. Пока справляемся, ребят. Раунд третий. Давай, Маркус. Ух, мы смогем, ребятки. Мы должны смочь. На, держи! Ой, не те удары! Да. А ну-ка, оживи тень! Да что ж такое-то? Есть, хорош. Давай. Ах, есть, хорош, есть, давай. Еще пару ударов. Да. Давай. Ну, есть, да. Победили. Ух, отлично. 3-0, ребят, мы с вами красавцы. Просто гениально. И у нас новый левел, 9. Отлично. 9 уровень. Награда 5. Так, ух ты, колючка. Так, защитить. Дайте мне какое-нибудь крутое оружие, а? Ну, в конце-то концов.
Так, обтекаемая броня, эпический доспех прокачалась, 960 стало. Бонусную карту, да, я посмотрю. Ух ты, сразу дали изящную нагината. Ого, сразу дают, смотри. Прикольно, так, в экипировочку, ребятки. Джун, теперь он очнулся? Он может пойти с нами? Он бы нам пригодился. Маркус, я получил свободу, но мои люди все еще заперти. Может быть, я опять вернусь в бесконечный цикл, когда приду в деревню. Но я не брошу свою армию, я должен спасти своих людей. Спасибо и прощайте. Он бы все равно не пошел с нами, а нам пора. Цикл, который держал нас вместе с Маркусом, больше не действует. Ух ты ж. Ну классно, так. Ну что ж, у меня где-то тут было какое-то крутое оружие же. А, оно слабое, ребята. Редкая глифа, они слабые, да. Какая-то способность, смотри, еще появилась. Ух ты, эпический спецприем Саи. Давайте берем, смотрим. Так, ага, у меня легендарный доспех. А это вот эпический доспех. Так, и надо на него установить вот это вот. Во. Так, ну что ж, надеваем его. Да, он получше, 960 все-таки, а у этого 875. Конечно, покруче, да. Так, ну тут все понятно. Отлично, так, что ж, глава третья, безумно. Можем попробовать все-таки. Так, Гален, привет, ребятишки. Привет, Гален, вот уж кого я по-настоящему рада видеть. Помоги нам, пожалуйста, ты не представляешь, что с нами тут творилось. И тут потом будете делиться своими историями. На нас объявлена охота, снаружи Додзе целая армия Вестников Боло. Так, сокруши первую волну Вестников Боло, безумно. Ну что ж, давайте попробуем. Погоди, ты надел лучшие вещи, которые у тебя есть? Да, я надел лучшие вещи, которые у меня есть. У меня больше нету вещей, потому что у вас тут все дорого. Вот так, солдат. Смотри, какой-то солдат. Давайте смотреть, что у меня за... Ох ты, да, вот этот приемчик мне больше нравится. Он скоростной, ребят. О, хорош. Вот это мне больше нравится. На, отлично. Мочим его. На. Давай. Ух, хорош. Надержи. Ух ты ж. Надержи. Да ты посмотри коленом как. Слушайте, сколько его бить-то надо, а? На, получай. На, есть, отлично. Ну, хоть замочили, ребят. Он безумный, между прочим. Не просто так. Не халям-балям, как говорится. Кое-как я его замочил. Ты видал, я ему... По чуть-чуточки хпшечки отнимаю. По чуть-чуточки вообще. Надержи. Да давай уже. Ты посмотри, да, опять по чуть-чуточку ему хпшки отнимаю. А он мне просто мега много отнимает. Да отстань ты от меня. На. Да ты посмотри на него, а. Ох. Да нет. Ух, есть, я успел. На, есть, отлично. Давай, мочим. На, есть, хорош. На, давай, бей, достал. На, есть, достал. На, ой, нет. Давай, бей, нет. Давай, чуть-чуть остается, ну. Давай, кинь. Нет. Отлично, ребят. Ух, так. Ну, все тут, короче, все слабенькое, как обычно тут нам дается. Так, бонусную карту получаем. Отлично, нам сразу дают, даже рекламу смотреть не надо. Прикольно. Так, продолжим. Все, ребятки, следующее невозможно. Так, Гален, может, расскажешь, куда делся Боло? Слишком внезапно ты здесь очутился. Или ты, это, переодетый Боло? Хе-хе-хе, нет. Мы не перевариваем друг друга. Вот мы вместе с Боло и твоим отцом есть 3 стрелы. У меня тоже был свой агент, кому я доверял. И кого я отправил на поиски сферы и нашего чемпиона. Им была Кибо. Да, ничего себе. Ну что ж, ребятки, давайте на этом закончим. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ух, прикольно мы сегодня с вами провели время.
классно продвинулись. Нам чуть-чуть остается уже, не там, 3 или 4 боя, наверное, я думаю. А может, 5, и мы уже закончим третью главу. Все, ребят, с вами был Максим, Funny Games TV. Всем удачи, всем пока. Увидимся в следующих видео.